Всем привет! Очередная гениальная новость от наших гениальных правителей. МЧС назвали бесполезными ношение масок на улице и посоветовали дышать свежим воздухом. Сука, я еще читать не начал, мне смешно, блять, от этой тупости. Как эти идиоты управляют страной вообще? Я поражаюсь, столько косяков нахерачат, безостановочно эти косяки хреначат. МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице. Об этом 17 апреля сообщает РИА Новости. Как отмечается, ношение маски на открытом воздухе является нецелесообразным, и во время пребывания на улице полезно дышать, сука, свежим воздухом. Нам же нельзя на улицу выходить, нам нельзя в скверы выходить, нам нельзя в парки выходить, нам вообще никуда, сука, нельзя выходить. В рекомендации МЧС также подчеркивается, что здоровый образ жизни увеличивает сопротивляемость организма к инфекции. Поэтому идите, вашу мать, я не могу не материться. В красно-белое идите. По словам специалистов, необходимо высыпаться, потреблять продукты, богатые витаминами, минералами и белками, а также уделять внимание физической активности. Это страна чудес. Это просто какая-то куча, огромная куча, в пару миллионов, по-моему, этих идиотов над нами там в этой пирамиде, которые управляют этой страной. Они вообще не знают, что делают, вы представляете? А самое смешное, вот это уже рекомендации выдала МЧС. Похрену, завтра Путин скажет, да все, ребят, снимайте маски. Не снимут. Они не снимут, сука, даже в городе, где нет зараженных, вы понимаете? Вот, продолжайте носить маски, продолжайте, сука, их распространять. Я в Инстаграме вчера буквально наткнулся, я подписан на Дмитрия Клокова. Это наш призер по тяжелой атлетике, штангист. Он сидит на фотографии в куче масок, я не знаю, что он их сам шьет, или он их покупает, или где-то он приобрел, я не знаю, где он мог приобрести 2000 масок. Завтра, сегодня, он их поедет распространять, маски, 2000 штук. Он же, сука, потратился на это, вы понимаете, на 2000 штук. Для чего? Ради пиара, своего пиара. Не для того, чтобы кому-то реально помочь, для пиара. И что он делает? Значит, он пишет в комментариях: конечно, я слышал, что они не помогают, но люди же верят, людям же хочется ходить в маске. Поэтому сегодня он будет ездить по Москве и распространять эти маски. Ну что, сука, может быть еще тупее этого, а? Ну объясните мне. Вот это вот вся наша жизнь и вся наша имитация каких-то действий, вот эти ваши призывы сидеть дома, всех звезд, всех спортсменов, все вот эти удаленки, которые вы предлагаете, продлили у нас в области, значит, карантин до 30-го тоже, как у всех, в Москве вообще до 31 мая. Вот мне интересно, вы уже как бы начали подскуливать, те, которые дистанционно показывали, как надо честно сидеть дома, как надо в маске и перчатках всего чего-то там делать. Кто призывал смотреть любимые фильмы, больше находиться с семьей, читать книги. Вы, сука, что делать будете, а? В скверы ходить нельзя, а дышать свежим воздухом нужно. Физической формой, физической активностью заниматься можно, но спортом, сука, заниматься нельзя. И в баню, кстати, ходить чуть-чуть тоже нельзя. Ну вот, я поздравляю, мы живем в чудесной стране, с чудесными правителями. И с чудеснейшим народом. Вот. С чем я вас и поздравляю. Всем. А что это было вообще? Это был, наверное, какой-нибудь обзор от Полей Реформа. Всем пока.